Всем привет! Играю в соло-игру, решил один раз сыграть соло, посмотреть, какие тут игроки. Посмотрим. Играю на официальном батлнете. Сегодня где-то 15 апреля. Посмотрим, насколько тут игроки сейчас играют хорошо. Я на самом деле разучился играть, поэтому на меня вы не смотрите, я плохо играю. Через Blade Master буду играть. Я даже не знаю, против кого играю, я не посмотрел расу. По-моему, Human. Вот я реально не запомнил. Нужно золото. Нужно золото. Нужно золото. Нужно золото. Нужно золото. Готов краловать. Готов краловать. Так, алтарь готов. Сделано. Что надо, хозяин? Готов краловать. Да. Чего хочешь? Жду 40 древесины и будет у меня. Что надо, чего хочешь? Логово. Да. Давай вот здесь его впилим. Гранта заказываем. Еще одного надо пиона. Нужно золото, нужно золото, нужно золото. А пион нужно будет с этой золото, стороны. Нужно золото. Давайте я выключу эти звуки войск, чтобы меньше всяких раздражают они меня, короче, постоянно. Вот видите, я сейчас выделяю, никаких звуков нет. Приятно играть. Нужно золото. Нужно золото. Ну, она крепится буду, не знаю, что еще делать. Давайте покрепимся. Дело сделано. Апгрейд сейчас. Нужно золото. Дальше надо магазин ставить. Я сейчас проверю справа, будет компьютер. А, какой компьютер? Игрок. Кто там у нас вообще? Какой никнейм у него? How East. How East. Как Восток. Ну, это восточный американский сервер. Поэтому он такой никнейм и взял. Такого здесь нету. Окей, давайте тогда на этот раз пусть Грант получает урон. Покупаем магазин. Плохое расположение, его легко можно убить, уничтожить. Невыгодно. Ладно, давайте назад. А этот чувак пусть проверит у нас, что здесь происходит. Просто посмотреть, там нуб, не нуб, кто вообще там играет против меня. Какой у него уровень игры? Ждем магазин. Так, здесь никого, походу, да? Я думаю, он бы закрепил уже. Или тут полный нубас какой-то играет? Да нет. Здесь его нету. Дело сделано. Я не понял, он что, вообще ничего не крипил? Что за игрок там? Может, я уже выиграл, можно сказать? А, ну бас какой-то. Башни какие-то ставит. Ну, понятно. Я, короче, иду убивать его. Еще второго героя возьму. Короче, полный нубас. Уровень игры никакой сейчас. Но все-таки он играет. Ну, приду убивать тогда его. Я не знаю, какая у него там стратегия сейчас. Грифонов каких-то строить? Ну, если грифонов, давайте тогда закажем лесопилку. Чтобы сделать хантеров этих. Хедхантеров. Все, походу, чувак вышел. Ну, короче, ну, бас, ну, басом был. Давайте еще раз попробуем найти игру.
Да, 1 на 1. Наверное, давайте 2 на 2 поиграем. Я думаю, тут все такие игроки на 1 на 1 никто играть не умеет. Все играют на в Warcraft 3 Arena. Здесь мало кто играет. Давайте поиграем. Кем можно поиграть? Давайте еще нежитью. Мне что-то понравилось. Нежитью. Андедами поиграем, короче. Ну, сейчас вы как раз-таки увидите, как долго игру ищут. Я не буду ничего вырезать. Вот как игру найдет, так найдет. Но сейчас еще нормально будет искать. Я потом чуть позже пробовал вчера, где-то в 11 вечера. Там очень так раз в 20 минут, наверное, игру находит. Именно 4 на 4. Там 3 на 3, 2 на 2 вообще нет игр. Ну, нашло быстро, кстати. Давайте смотреть, кто против нас. Ну, все те же люди, которые я видел. Любая раса, любая альянс. Ну, понятно. А у меня нежить. Окей. Нежить против... Ну, там только альянс и все остальное, любая раса. У чувака там 25-й левел. Так. На меня могут нападать, поэтому надо будет красиво сейчас поставить все. Если нападают, вот здесь зиггурат должен быть и здесь. Чтобы все было красиво. Я играю через пауков, так что я сразу сейчас буду ставить грейвьярд в первую очередь. Ставлю грейвьярд. Дальше ставлю вот так. И здесь как раз можно было чуть левее на самом деле поставить, ну ладно. И вот здесь у нас будет зиггурат. Нужно больше золота. Чувак какой-то, типа, ничего не делает. Бот или что? Не знаю, кто это. Так, склеп, зиггурат, кладбище. Так. Окей, сейчас мы будем алтарь ставить. Алтарь я вот здесь поставлю. Наш чувак не играет. Постройка завершена. Постройка завершена. Так. Постройка завершена. Так, спайдер, а сейчас надо зиггурат покупать сразу. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Нельзя сотворить. Оно нормально влазит, зиггурат, так что сойдет. Первого паука ставлю. Death Knight здесь будет, окей. Нормально все. Постройка завершена. Второго паука и сразу заморозку ставлю, потому что на меня нападать могут. Нужно да всякий пожарный. Золота. Нужно больше золота. Нужно построить зиггурат. Ой. Как не повезло мне с зиггуратом-то, я закрыл. Не повезло. Больше золота. Ну ладно, тогда гулю надо ставить. Так. Нужно построить зиккурат. Ладно, раз такое дело, надо апгрейд, наверное, делать сейчас быстренько. Сейчас они принесут, надо апгрейдиться. Нужна постройка завершена. Нужна древесина. Давайте, нужна чуваки. Окей. Okay. Так, пойдем крепиться, как стандартно. Постройка завершена. А давайте вот так вот крепиться, по-умному. Чисто отводим их. И вот здесь вот принимаем. Заказываем паука. А кто его лечит? А, у него лечение сейчас закончится, не будет он лечить больше. Так, еще одного паука. Начало для меня нормальное в целом. Здесь вообще намного легче стало играть, 100 раз прям. Раньше было трудно.
Здесь и раши очень медленные какие-то, и прямо они не опасные, но басы какие-то играют. Ну, бывают, наверное, хорошие еще игроки, надо просто их увидеть. Надо просто больше побед, чтобы выше левел был, и, наверное, будут нормальные игроки попадаться. Ну, мне так кажется. Так, значит, здесь мы не можем зиггурат ставить, значит, здесь поставим. Плащ теней выпал. Сверху, наверное, туда пока рано. Или можно с тремя пауками пойти. Сейчас дождемся паука и пойдем, наверное, все-таки. Че тут стоять, дома ждать? И сразу лича сделаю. Как апгрейд закончится, мне чисто лич нужен. С личом тогда будет намного круче. Так, что у нас здесь? Ну, они вроде сильные, но мы сейчас их отманим. Сейчас подальше, вообще реально. Подальше, подальше. Ну, они не сильные, кстати. Легко крепятся. Ничего. А, там два чувака осталось на месте. Я понял, почему так легко было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, сейчас левелап, у меня будет аура. Реген здоровья. О, кольцо регенерации. Это вообще круто для него. Все время хелс регенится. Постоянно. Супер. Так, лича заказываем. Заказываем труповозку. И заказываем магазин, чтобы труповозку эту сделать. Что я так не заказать. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Нужно больше. Ну давай. Что такое у меня добыча не такая быстрая? Вроде 5. Почему так? Добыча медленная какая-то. Так, а тут нету охраны, да? Это можно просто подойти, да? Сейчас давайте проверим, чтобы знать. Хотя ладно, подстоим здесь, реген больше идет. Если на этой, на порче стоим мы. Ждем героя, дальше посмотрим, что можно сделать. Так, труповозка. Я думаю, закопку еще сделаем. Буду закапывать их, чтобы спасать их. Ладно, пойдем сюда. Здесь у нас есть крип. Можно покрипиться. Тем более, второй герой уже есть. Надо его тоже качнуть чуток, чтобы вторая нова была. Ой, чуваки ж не спят, я забыл. Постройка завершена. Хилит еще. Постройка завершена. Прикольно. Статуя. Первая статуя, так надо зиггурат купить. Наверное, здесь где-нибудь поставлю его. Исследование завершено. Святых зверя. Можно теоретически туда ставить сразу же. А эксп, ну я думаю, это просто деньги в никуда уйдут. Нафиг. Пойдем сюда. Нужно построить зиккурат. Исследование завершено. Так, здесь можно покрепиться. Сейчас у нас статуя будет здесь. Постройка завершена. Лечение подъехало, да что? Нам ничего не грозит. Исследование завершено. Сапоги, кстати, я ему передам, ему больше они нужны. Так. Нужно больше золота. Окей, еще один спайдер, и мы готовы. На город наших братьев напали враги. Так, что здесь происходит? Застройку какую-то решили сделать или?
Так, надо ему, кстати, все понадавать. Так, а здесь что? Прохода нет? Не, есть же проход, все есть. Пойдем сюда тогда. Завершено. Так. Нужна древесина. У нас все древесины нет. Все время проблема какая-то. Древесина. Пойду здесь сделаю. У нас есть запасное золото. Поставлю. Где-то орк умер. Один чувак взял у него там какой-то артефакт и все. Другой чувак его героя убил. Ну что за бред? Я хочу выиграть, а не проиграть. Что за дела? Живые наступают. Так, идет атака на меня. Так что я сейчас назад возвращаюсь. Сейчас они сюда придут. Ой, плохо у меня здесь. На город наших братьев напали враги. На нас напали. Не хватает маны. Так, ну этих я нормально тут убиваю, они нубасы полнейшие. Не хватает маны. На нас напали. Так, я потерял только паука. И у меня куча денег. Я буду пробовать второй раз ставить. Надо обломов на самом деле делать. Вообще все застроить здесь. А, нет, здесь есть охрана. Что он убивает. Но это нормальный андед на самом деле. Придется телепортироваться сейчас. Так, что мне особо не надо? Постройка завершена. Я просто хочу еще один телепорт купить. Постройка завершена. Если мне понадобится обратно телепортироваться, я там не смогу купить, я могу проиграть. Поэтому я думаю взять еще один свиток купить. Их там много, я просто подожду, пока они начнут нападать. Исследование завершено. Блин, тут телепортироваться еще неудобно. Посмотрите, какая ситуация здесь. Реально неудобная. Нужно больше. Сколько там? 255?
Блин, если телепортнусь, будет только хуже, мне кажется. Они должны немножко разломать все. Все. Телепортируемся. Ну все, вынесли их. Ну, на басы полные. Долго шли в атаку, мы уже подготовились. У нас уже вермы есть у чувака у этого. Ну, то есть... Вообще легко здесь играть, честно говоря. Без экспанда, без ничего. Плюс, что я играю даже плохо. Но мы все равно выигрываем. Так, ну вот они ждут нас. Можно идти. Постройка завершена. Ну и все, короче. GG. Ну, Нубасы, конечно, сейчас играют в Warcraft, ничего не поделаешь. Но я все-таки думаю, если я побольше повыигрываю, может быть, больше левел у меня будет и больше, как бы, крутых игроков будет. Может быть, они где-то есть, просто я их не вижу сейчас. Может и такое быть, мало ли что. Кто знает. Ну все, повыходили все. Остался только один чувак у них. Ну вот я на первом месте. Ну я реально много поубивал. И герой какого уровня у меня? 4-3, да, сам. Ну как бы у этого тоже 4-3, но у меня больше опыта. 16 минут. Ладно, ребята, в следующей игре я попробую еще поиграть. Давайте какой раз в следующей игре? Можно хуманами. Я один раз только сыграл, мне не особо получилось. Я что-то забил на это. Попробую хуманами что-нибудь сделать. Через МК сыграть. МК, потом, я не знаю, рифлы. Ну, как обычно, я играл. И волшебницы, что все были под замедлением. МК там всех убивал, паладин. Может быть, через мага обычного сыграю. Посмотрим. До новых встреч. С вами был Андромалик. Пока.